После того, как начальник управления молодежной политики Оренбурга Анна Павленко заняла на всероссийском конкурсе третье место, среди специалистов этой сферы в родной город она отправила лишь простой смс «Все хорошо, скоро буду». О том, что она заняла третье место, коллеги узнали из пресс-релиза конкурса, и поздравления начали поступать лишь спустя день. Павленко всего 2 года возглавляет управление, хотя и до этого жизнь постоянно была связана с молодежью. Анну Александровну я знаю с 2002 года, когда она еще работала в Комитете по делам молодежи Оренбурга, области специалистом. Я у нее была на тот момент волонтером. Она сама в душе молодая, и среди нее все молодые. Поэтому молодежь – это, наверное, одно основное слово, с которым она, в принципе, и живет. Павленко уже несколько лет является организатором и режиссером одного из старейших в России фестивалей студентов на Николаевской, о котором, стоит отметить, на конкурсе многие были наслышаны. То, что касается творчества, я знаю, там с той же Башкирии они мечтают попасть. То есть для нас, ну там что там, до последнего, да, по крайней мере, было там Николаевская, мы к ней привыкли. Это там старый традиционный фестиваль, там, ну формат там мы меняем. А Башкирия рвется к нам и говорит, что да это вообще, то есть тут же у вас просто круто, неимоверно. А Башкирия, извините, то есть, ну, во-первых, это, ну, я считаю, достаточно крутой регион в плане реализации разных тем, в том числе, как бы, и финансово подкрепленных. Она энерджайзер, за ней успевать это, ну, немного сложно. И ты хочешь и хочешь стремиться к тому же идеалу, который предоставляет она как руководитель. И тебе нужно за этим успевать, и, ну, это очень здорово, потому что очень много идей в голове. Действительно, зная Павленко, трудно понять, как этот человек успевает в сутки жить не 24 часа, а 48. Молодежка за год проводит огромное количество слетов, фестивалей, праздников и тому подобного. А недавний фест «Включайся», где участникам было предложено выработать свои предложения по работе управления, лег в основу новой программы, которая была представлена на конкурсе. В июне форум «Включайся», который мы проводили, и то, что там потом как бы участники форума нарешали, да, то, что вот легло в резолюцию, как я и обещала, это тоже ушло и легло в программу. Из этого получился, на мой взгляд, очень для Оренбурга, по крайней мере, такой прогрессивный документ. Это, с одной стороны, вещь перспективная, а с другой стороны, ее можно начать реализовывать. То есть для этого сейчас не нужно каких-то вливаний, которых нету. То есть мы начнем работать и потихонечку-потихонечку будем это строить. В качестве приза Павленко получила курс повышения квалификации в районе Плеханова, дистанционный. Начальник оренбургской молодежки пообещала, что в следующем году привезет первое место. Алексей Чернов, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.